И всем привет, с вами Макс Риск. Но обновление в игре Edge Waves, как переводится, возле обезьян. Только перед началом ролика подпишись на канал, поставь лайк. Все-таки это канал, чтобы раскрывать новые обновления данной игры. Так что подпишись, поставь лайк. Я тебе буду сегодня рассказывать. Ну, мы знаем, что и новая обнова. Есть анимации, некоторые видите, вот эти вот. И будет еще новая обнова под названием... Так. Корректировка мутантов Monkeys. Мы скорректируем внешний вид, правила, сложности и награды за мутантов. Вот эти вот, которые мутанты сейчас играют. А также удалим босса обезьян. Только вот мне интересно. Сейчас немножко тут хочу узнать. Обезьяны мутанты. Да, по переводу обезьяны мутанты. Все нормально. Так, анимация прикольная. Давайте я вам покажу, где они находятся, кто не знает. О, значит, их уберут вообще-то. Гигантов, именно гигантов. Этих маленьких оставят. Как мы видим с вами, вот эти маленькие. А есть... Ух, какие громены, друзья. О, вот этот большущий. Самый большущий человек. Обезьянок. Не знаю, что их убирают. Удалим босса. Следующее обновление планируется выпустить в пятницу. Ну, через... Так, сегодня среда, четверг. Через два дня. Через два дня также они написали нам еще с задержкой. А я потом это почитаю. Блин, конечно, спалился. Ну, сейчас тогда будем растягивать удовольствие. Лайк, подписывайтесь в канал. Также пишите комментарии об новой обнове. Какую хотите, чтобы мы разработчика написали. Мы можем там написать. Ну, вы еще что-то можете сами, конечно. Но если прямо аж такого-то... нужная информация, то пишите, конечно. Ну или я напишу им в другом месте. Я там всем разрешены. Есть у них сервер Discord, Facebook и всякие интересные. Так, продолжаем, давайте-ка. Так, следующее обновление планируется выпустить в пятницу. Кома. Но оно может быть немного отложено. Скажите, почему? Поскольку мы устраиваем ошибки. Устраняем ошибки и дорабатываем вещи. Устраивают ошибки. Точно устраивают. Устраняют ошибочки. Вот ошибка, устраняют. Видите, ошибки. Также они что-то этим дорабатывают вещи. Дорабатывают еще вещи. Новые, наверное, предметы какие-то. Говорят, что слишком переборные эти предметы. Ух ты, новое качество. Смотрите, батарейки появились новенькие. На нашем канале есть данные ролики по этой теме, ну, по игре Edge Waves, и там о, вот такие вот значки, не похожи такие вот, ну, похоже. Старые ролики можно посмотреть, они были другими, а это новое обновление. И сегодня еще 5 будет еще одно обновление. Так, мы хотим убедиться, что исправили возможные ошибки перед выпуском последней версии. Спасибо за ваше терпение и понимание. Последняя версия какая? Вот я что не в курсе. А ну-ка, Edge Waves. Сейчас. Какая у них версия? 0 там я уже записывал. А, бля. Сейчас не дам. Наш канал есть данный ролик. Так. Оценка. Отлети баллорица. Так, вот, всем пропускаем и заходим. Итак, видео. Заходим, Edge Waves Max Risk. Так, вот версия 0.16, вроде бы 3. Что-то как-то не видно. Ладно, пишу в поисках. Новая версия игры обезьяны. А, возраст обезьян. Возраст. Обезьяна. Так, и вот она. 0.16.3. То есть уже будет первая версия. Да ладно, или 0.17 версия. Или 0.17, друзья, или первая версия данной игры Edge Waves. Вау, она будет прикольно. Ну что, я уже все вроде бы рассказать, и пора уже вам рассказать типа того новую тактики. Давайте расскажу. Как-то я вообще не играю, но сейчас покажу, как я умею играть. Ох. Ой, Zero, смотрите, вау. Ну классно, анимацию сделали. У нас туман расследованием.
Так, герои смотрим, заходим. Улучшение навыков. Может, в данном ролике делаю по таким, чем выше навык, тем лучше. Конечно, лучше кончать все навыки. И таланты. А вот таланты мы уже записывали. Какие таланты лучше? Так, ну давайте попытаемся себе там. Ну, в общем-то, ему, как мы знаем. Вот сюда говорили как-то. Баланс. Развитие навыков. Усилить атаку войск. Усилить защиту войск. Вот почему. Атака и войск. Скорость марша. Защита войск повышением 10%. Тоже 10. 5. Так, ну тут атака вообще. Шикарно. Усиление атаки войск. А ты? Защита войск повышением. В общем-то, рекомендация, конечно, 10 качать. Увеличится скорость войск. Скорость войск. Чтобы нам нужно активировать эту штучку, чтобы нужно все обойти. И мы получим защита войск повышение. Вложите 0,45 очков таланта в текущий талант. Вот это. Улаживайте, улаживайте, пока не наберете 45. Кто не знает, то вот по скалочкам. Ветки таланта. Вот эта ветка точно. Гонщик. Чтобы открыть этот навык. Защита войск повышение. Ну ты у нас атакующий. Но есть другие, так что это сойдет я. А ты что у нас тут? Скорость марша, войск повышения, защита войск повышения. Вообще, это, наверное, шикарно, по-моему. Я его, наверное, буду качать. Ну, у меня один талант. Все. Ну, ладно. Что ж поделать. Так. Всем спасибо за просмотр. С вами был Макс Риск. Не знаю даже, что сказать. Собирайте медали. Усиляйте. Да. Берем, прокачиваем. Да. Что прокачать нужно? Война взять, да, все взяли. Перейти, собрать. О, точно. Сражение с гигантом. Потом он пропадет, как вы сказали. Окей, сражение с гигантом. Будем сражаться. Ну что, посмотрим, какую наша карта. Отправим воинов. Так, чьи-то воины здесь стоят, ничего не делают. Тут соберите хоть это все. Тут тоже воины. Зачем это делаете? Зачем охранять? Зачем кого охранять? Так, давайте их кармардира. Ваташка. Как там говорится на русском? Исследователь. Как он начнет исследовать, то все делаем. Так, подожди. Я хочу сейчас выйти посмотреть наружу. Узнаете, как там все нормально, я вам воинов отправил. Прям война. В самом разгаре. Так, что это за точка? Укрепление. Что, блин, такое? Кто там? Уже война идется. Давай посмотрим. Так, давай. Вроде все нормально. Так, да, чтобы не лагало. Да, вижу воинов, 24-18. Ну блин, ну вы знаете, что у нас 8. Они на раз-два могут нас уничтожить. Тогда поближе, как там, вот этот вот того бах мини-бах. Почта, типа того. Так, заберем это все дело. Спасибо. Обновление, значит, скоро пофиксит больших гигантов. И скоро добавит. Что там еще добавит? Так слышу, видел больших гигантов. Корректировка мутантов. Больших обезьян. Мутанты. Переводу. Мутант. Стоп. Я что-то как-то перепутал. Стоп. Что-то я здесь не так. Обезьян мутанты. Вот. Обезьяны мутанты. Также долем босс обезьян. Сложные награды. Изменение баланса награды, если мы побеждаем этих больших боссов. Но это для профессионалов. Начинающие они должны здесь, потом уже профессионалы здесь. Да хоть единичку возьму. Ладно, четверочку. Ну, блин, вы знаете, что он крутой, но он затащит. Тут нам рекомендация сохранить позицию после боя. Ну, давайте-ка. Так, можно отправить? Никого, никаких шансов. Ну, в общем, типа, за просмотр с вами был Макс Риск. Наверное, пойду что-то типа того делать, укреплять. Напишите в комментариях, что мне сделать, чтобы стать лучше. И запишу данный ролик. Для вас. Так, заберем всякие интересные игроки. Вы это видели? Среда. Я сбыл. А, это новое обновление еще. Понедельник. Вторник. Вроде бы. Ежедневные награды. Заходите на календарь. Новое обновление. Календарь добавили. Вроде бы. Я хочу сейчас узнать. Точно добавили? На нашем канале есть данные ролики. Старые данные ролики. Можно их посмотреть. Хорошо, что мы их записываем. Так. Вроде бы календаря вообще не было. В общем, наверное, не будет времени. В общем, друзья, узнайте, пожалуйста. Наверное, я потом узнаю. Всем удачи, всем пока.
Тренген 4 новос. Новый транк. Ну это уже знаем. Вот это вот не знаем. Не, вроде бы я помню, его было. Не так уж и долго. В общем, заходите, кассеты получить 200 ежедневную награду. Это шикарно, между 1800. Пока.